Сегодня прошли обыски офиса фирмы «Новатор КСЕП», принадлежащей депутату регионального парламента и гендиректору строительной компании «Энергомонтаж» Ивану Сидоренко. Официальных комментариев пока нет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мероприятия проводили сотрудники ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Претензии к народному избраннику возникли из-за участка в Калининском районе Новосибирска. Якобы 2 гектара муниципальной земли Сидоренко приобрел, предоставив фиктивные документы. Минуя торги, он получил их дешево, тогда как реальная кадастровая стоимость была гораздо выше. И если вину высокопоставленного фигуранта докажут, грозит ему до 10 лет лишения свободы.